из беседы святителя Анастасовского. Слово Христово доселяется нас обильно со всякой премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Послание апостола Павла к Колоссянам, 5 глава. Слово Христово да вселяется в вас обильно, то есть учение, догматы, убеждения, по силе которых, говорит, настоящая жизнь и ее благо – ничто. Если бы мы видели это, то никакой неприятности не поддались бы. Да вселяется, говорит, в вас не просто, но обильно, с великим изобилием. Послушайте, все вы, люди мирские и пекущиеся о жене, о детях, как и вам внушает апостол, больше читать Писание, а не просто как случится, а с великим старанием. Ведь подобно тому, как богатый деньгами может перенести убыток и неудачу, так и имеющий достаточное познание в любомудрии легко перенесет не только бедность, но и все несчастья. И последний еще легче, чем первый, потому что там, когда оказывается убыток, богатый необходимо становится бедным. И это делается известным для других. И если он терпит это часто, то уже нелегко ему бывает переносить свои потери. А здесь не так. Когда нам случается переносить чего бы мы ни хотели, мы не теряем здравого рассудка, но сохраняем его постоянно. И заметь, мудрость этого блаженного не сказал слово Христово «да будет в нас просто». Но что? Да вселяется и обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга. Премудростью называет добродетель, а справедливо, потому что действительно и смиренно мудрее, и милостыня, и все подобное есть мудрость. Следовательно, противному этого будет глупость, так как от глупости происходит жестокость. Отсюда часто всякий грех называется безумием. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Смотри, как снисходительно Павел, так как чтение утомительно и может наскучить, он располагает не к повествованиям, а к псалмам, чтобы ты вместе увеселял душу пением и не замечал трудов. Слово словословием говорит и духовными песнями. И ныне наши дети любят сатанинские песни и пляски, подражая поварам, пекарям и танцовщикам. Псалма же никто ни одного не знает. Ныне такое знание кажется неприличным, унизительным и смешным. Это 4-5 век начинается. И как будто бы это сегодня. Он смотрит, прошел, побывал и как бы говорит, будто бы о сегодняшнем времени. Итак, учение есть, как бы какой благотворный источник. Научи сына петь те преисполненные любомудрию псалмы. Например, сначала о воздержании, или прежде всего о несообщении с нечестивыми. То есть псалом в самом начале книги. С этой целью и пророк начал отсюда, говоря, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». И опять, не сидел я с людьми лживыми. Вот в глазах которого презрел отверженный, презрен отверженный, но который боящийся Господа славит. Это Псалом 14:25. А в обращениях с добрыми это тоже найдешь там и многое другое. А вот о воздержании чрева, об удержании рук,
о нестяжательности, о том, что и деньги, и слава, и все подобное – ничто. Если научишь его этому с детства, то постепенно возведешь его и выше. Не так, говорит, а вырастет, тогда сам поймет. Всегда, когда дерево садят, то начинает его формировать крону, когда оно еще очень маленькое. Я видел, как делают. Привязывают на ветки разные грузы там и кирпичики, чтобы ветки росли не вверх, а были раскидыстые, на яблони особенно это делают. Сразу только посадили, и как принялась, только так начинает формировать крону. Так и ребенка. Не когда он вырастет, а нужно формировать крону его сегодня. Тогда будет что-то уже. По крайней мере, главное вложить в сердце его страх Божий, чтобы он это имел. Это основа всему, всей премудрости. Начало премудрости – что? Страх Господень. Когда вложите в сердце его страх Господень, тогда, может быть, и наберется и премудрости. Если научишь его этому с детства, то постепенно возведешь его и выше. Когда он будет сведущ в псалмах, тогда узнает и гимны, представляющие собой дело более святое, так как вышние силы гимнословят и не псалмословят. Неприятно сказано, похвала в устах грешника. Сирахова, 15 глава. И опять, глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Сотый псалом. И опять, не будет жить в доме моем поступающий коварно. Тот же сотый псалом. И опять, кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Таким образом, вы должны опасаться, как бы они ни завели связи не только с друзьями, но и со слугами. Бесчисленное бывает зло для свободных. Если представляем к ним развратных рабов, если едва спасаются они, пользуясь попечением и любомудрием отца, то что из них будет, когда верим их беспечности слуг? А сегодня только дома даже есть бы возможность. Да, он мешает, говорит, дома, отдать его в детский садик. Пусть там чужие тети его воспитывают. А сегодня воспитывает, начинает уже с самых первых классов, считай, учат всему. Как сделать так грех, чтобы он как бы не был виден, этот грех. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Послание к Колоссянам. Если мы будем так поступать, то там, где призывается Христос, не найдется ничего мерзкого, ничего нечистого. Ешь ли ты, пьешь ли, женишься ли, отправляешь ли в путь, все делай во имя Божие, то есть призывом Бога на помощь. Берись за дело, прежде всего помолившись Богу. Хочешь ли что произнести, поставь это наперед, потому-то и мы в своих письмах впереди поставляем имя Господа. Где имя Господа, там все благополучно. Я вставлю немного от себя здесь в середине. Когда мы жили у дедушки, то есть у нас в деревне было до 4 классов школа, а у дедушки за 30 километров 5, 6, 7 класс. И мы там уже, отец нас отправлял, там мы учились. Было так. Ну, утром встали, помолились, позавтра нам в школу идти. Мы одели все, три поклона во святой угол, где иконы. Дедушка, благослови, мы пошли в школу. Дедушка, Бог благословит. Со школы приходим опять. Дедушка, благослови, мы пришли. Бог благословит. Бабушка идет доить корову. Простое дело. Ну что, взяла подойник, ведро, пошла доить корову. Она три поклона кладет. И Егор, благослови меня, я пошла корову доить. Он, Бог благословит. Дед собирается в магазин пойти. Ну что, пошел, да и пошел бы. Он кладет три поклона в угол. Устинья, благослови меня. Она, Бог благословит. И мы пошли кататься, когда куда-то, мы обязательно. Дедушка, благослови, мы пошли покататься там. Вот так вот было установлено это. Сегодня нет этого. Пошли, где дети играют, никто не знает. Где они оказались? Так он уже в компании, там, где и наркотики, и все. А как же он туда попал-то?
Ведь он не один день-то туда попал, а постепенно, почему? Да только бы дома не мешался, иди где-нибудь там бегай. Поставь его наперед, потому что и мы в своих письмах впереди поставляем имя Господа. Где имя Бога Господа, там все благополучно. Если имена консулов скрепляют грамоты, то тем более имя Христово. Приучите, чтобы без молитвы не выходил из дома. Положил 3 поклона, благословился и тогда пошел. Время очень опасно. Сегодня даже везде предупреждают, даже составляют ролики, как детей от опасности, потому что и воруют детей, и насилуют, и попадают под машины. То есть он бежит, а вы научите, прежде чем подошел к переходу, пусть сотворит молитву, остановится, посмотрит туда-сюда, Господи, благослови, и тогда только идет. Чтоб не бежал, говорит, как почему-то нас говорили, я не знаю, что ты, говорит, носишься, как оглашенный. Чтобы не носился, как оглашенный, а был, как Христов, христианин. Ешь, благодари Бога с решимостью, тоже делать и после. Спишь, благодари Бога с решимостью, тоже делать и после. Идешь ли на площадь, тоже делай. Пусть не будет ничего мирского, ничего житейского. Все совершай во имя Господне, и все у тебя будет благоуспешно. Куда пошел кто? Господи, благослови меня, я пошла туда-то. На такое-то дело. Как говорит одна, он мне говорит, я, говорит, батюшка, люблю вот танцевать, танцы люблю. Ну, а как? Ну, он ответил, говорит, а ты когда идешь, ты всегда молись и говори, Господи, прибудь со мной там, где я. Так вы знаете, что там делается на дискотеке? Как там Христос может быть? Ну, значит, и ты не ходи тогда туда. Вот так вот. Рассмотри, Господи, благослови меня, я пошла туда-то. А ладно это будет или нет, скажи, а Христос будет там со мной или нет? Если нет, то я не пойду туда. Потому что и ангел-хранитель не будет там рядом со мной, он будет далеко стоять где-то и плакать только, потому что, когда душа находится во грехе, то ангел не может к ней приступить. Он вдалеке только стоит, говорит, и плачет. Что ж ты делаешь, душа моя? Я не могу к тебе приблизиться. Ты находишься в грязи сегодня, в грехе. Что не запечатлеет, не запечатлеешь именем Божьим, все выйдет счастливо. Если оно изгоняет демонов, устраняет болезни, то тем более облегчает и совершение дела. И что значит? Что вы делаете словом или делом? Этим указывает или на допускающего, или на делающего что-либо подобное. Послушай, как Авраам во имя Божие посылает раба. Давид во имя Божие умертвил Голиафа. Дивно и великое имя его. Кто делает это, тот помощником имеет Бога, без которого не дерзал ничего делать. Таким образом, чествуемый, призываемый Бог воздает обратно честь дарованием успеха, успехом в делах. Призывай сына, благодари отца. Призывая сына, ты призываешь и отца, и благодаря отца благодаришь и сына. Этому имени нет ничего равного. Оно всегда дивно. Имя твое говорится, как разлитое море. Книга Песней, 1 глава. И кто произнес его, тот вдруг исполнился благоухание. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам, 12 глава. Вот как столь много совершается этим именем. Аминь.